Всем привет! Сегодня будем готовить густое малиновое варенье по самому простому и быстрому рецепту. Берем 1 килограмм малины, столько же сахара и подходящую для варки широкую посуду. Я обычно использую алюминиевую миску. Дальше пересыпаем малину сахаром. Выкладываем все тонкими слоями, начиная с малины и заканчиваем сахаром. После чего накрываем миску полотенцем и ставим в холодильник на 7-8 часов. Затем малину хорошо перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. Ждем, пока закипит. При этом периодически перемешиваем. С момента закипания варим ровно 5 минут. По мере появления пены снимаем ее ложкой. Пока малина варится, стерилизуем банки и крышки. Банки я стерилизую в духовке при 100 градусах до полного высыхания. А крышки заливаю кипятком на 2-3 минуты, а затем даю высохнуть. По истечении времени разливаем варенье в горячем виде по сухим горячим банкам. Накрываем сухими стерильными крышками и закручиваем. Из взятого количества продуктов выходит 2 пол-литровые баночки, плюс немного на пробу. Закрытые банки сразу переворачиваем и укутываем одеялом до полного остывания. Вот и все. Густое малиновое варенье на зиму готово. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.